Ну, боец. Пупырышки, видите, пожар его тронул. Сильно тронул. Завернут, ну, не очень крепко, но завернут. Увы, я обуглилась внутри. А, стоп. А, стоп. Подождите. Подождите. То, что обуглилось, да, факт. Сгорело, ребят. Видите? Угу. Там ничего нет. Нельзя равняйся! Ставить! Крышку! Направо, налево. Нельзя! На колебаке наравняйся! Животы потянули! Смирно! Товарищ Верховный Главнокомандующий! Сводная дикая дивизия имени 300-летия присоединения Удмуртии к России 450 для выхода на проведение военных полицейских мероприятий полевых работ построена. Доложил генерал-полковник Хитов. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас! Сколько, 300? 450. Или 450? Пусть будет 458. 458-летием вхождения Удмуртии в состав Российской Федерации. Ура! 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 Желаю вам новых свершений, новых бойцов, сваленных берез и хорошего здоровья. Ура! 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 Больно? Больно! Разойдись! Инструменты погрузили в машину. Да, должен сказать, что сегодня 10 августа. Мы теперь инструменты доставляем на этом белоснежном автомобиле. Лесной лимузин. Лена, убегай! Ну, мальчики молодцы. Ну, в общем-то и все. Раскопы вчерашнего дня убедили нас в том, что очень может быть этих бойцов, кого мы нашли в 3 метрах от дороги, кто-то когда-то прикопал, то есть присыпал грунтом. И вчерашняя наша проверка сведений на Яшина ЕИ через ОБД мемориал подтвердила наше предположение. Он был найден при разминировании бойцами 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии летом 1952 года. При нем оказалось 2 медальона. В результате мы увидели их все в ОБД мемориал. Тем самым полностью подтвердилось наше вчерашнее предположение о том, что эти бойцы были найдены при разминировании и присыпаны. То есть не похоронены на мемориале Нового Малокса, хотя один из них там числится, а оставлены на месте обнаружения. И с них сняты вещи, позволившие их идентифицировать, в частности медальоны. А вот ложки были оставлены при них. И одна из них была при Яшине Егоре Ивановиче. Вот эта невзрачная, пока еще серая груда земли. Это начало раскопа. Сейчас мы развернем где-нибудь метра на полтора радиусом в стороны. И постараемся поднять. Очередной найденный, видимо, в 1952 году боец, присыпаны теми, кто его нашел. Надо. Лена сначала нашла пряжечку в этом месте. Представляете, показываю. 6 метров от того места, которое я только что снял. Еще раз возвращаем.
нашла пряжечку и следом обнаружила тазовую кость. По всей видимости, тазовую. Лена ведь молодец. Да, Лена? Даже скажем больше. Лена молоток. Скажи, да, это я. И как обычно, на одном раскопе нас много. Так проще, так быстрее. Ничего не пропустишь. Металл. Предположительно, пистолет. Да вы что? Система наган. Ух ты! Обалдеть! Так что мы... Офицер? Да, получается, да. Рядовых же не было. Офицер? Вот это да. Че наган? Искать, что ли? Пистолет, а система наган. Офицеры, а? Которые вот мы смотрели вчера. А надо смотреть. Карабинчики, да. В этом, в донесении это очень может быть. Предъявите, пожалуйста. Как трофеюги-то не нашли, а? Да, на руке вот так вот картинно. Как трофеюги-то не нашли? Поверните немножко, Михаил Юрьевич, да, вот так, вот так вот. Вот так. Карабинчик. Карабинчик, так. Не, вот тут дерево, где-то дома, да. Прекрасно. Да, может быть и старшина, может быть и офицер. Выбросьте в болото, пожалуйста, Михаил Юрьевич. И гильзы человек от него. Отстреливался. Отстреливался. Что там? Гильза. Гильза? Не патрон, гильза. Выкапывали, они... Или он не прикопанный? Прикопанный. Боец прикопанный, Лен. Под ним было. Видимо, он не весь ушел. Плоть, видимо, не вся ушла, поэтому... На него грунт набросали и все. Противогаз полностью. Вы даже гранаты копаете, Александр Андреевич? А чего нет? Ну, покажите. Шат копает. Покажите, предъявите. Эфочка. Лимоночка. Карабинчик. Тоже что-то от пистика. Карабинчик от пистика, да. Вот компас. Компас, Михаил Юрьевич нашел компас. Тот предполагавшийся компас, который мы предположили, что раз есть ремешок, значит будут часы или компас. Вот и компас. Это настоящий офицер? Да, скорее всего офицер, либо старшина, исполнявший обязанности командира взвода. Боец Красной Армии. С двумя зубами. Очисть, пожалуйста. Да, офицерский. Без звезды? Yes. Да, офицерик, стало быть. Офицерик определить сложнее. А почему? Два зуба четко видно. Разное донесение, как правило. Если он в одном донесении, тогда проще. Если донесение разное, тогда сложнее. Мы, кто погиб 8 февраля, мы их знаем. Донесения на них есть. Если в этом донесении есть офицеры, вот, тогда мы их, может быть, сможем предположить, кто. Но желательно хоть какую-то подписанную вещь. Вот как жетончики, чтобы он действительно или обрывали. Вот то, что заполнено. То, что в капсулах, если крепко закрыто, то нормально, вполне. Сохранялась бумага хорошо. Изъеденная ложечка. Миша, ты ведь руку нашел вчера. Позвонок. Изъеденная ложечка? Да. Показываем, предъявляем. Сейчас посмотрим. Если стальная, конечно, надежи нет. Ох ты какая! Ох ты какая! Какая жопа! Это не ложечка. Это ключик. Это отверточка. Шампалок от нагана, да. Я думал, ложечка такая пижамская. Следовательно, ложечка должна последовать дальше. А на груди у бойца была то ли красноармейская книжка, то ли партийный билет. Видите, красный коленкор. А в руке у меня, извините, часть грудной клетки. Вот и перевязочный пакет. А медальона, к сожалению, так и нет. Подняли, наверное, при разминировании, не иначе. В круге диаметром 20 метров мы уже нашли 7 бойцов. Все наверху.
все присыпанные. Еще раз в качестве иллюстрации. Смотрите, это вчерашний раскоп. Вот его край. А вот она дорога. Вот она. Видите? 3 метра расстояние. А свежий раскоп от дороги всего в 15 метрах. Дружно поднимаем следующего бойца, найденного Леной. Полностью боец в наличии. Прямо наверху, возможно, даже не присыпанный. При нем уже нашли ножницы, 2 пряжки. Одна от большого поясного ремня, другая от ремня поменьше. С грустным прискорбием сообщаем вам о том, что Сашка Пирожков нашел медальон. Он был открытым. Откручена крышка, да? А крышка где? Крышки пока не нашел, да? Записку, значит, вытащили. Вот потому и с грустным прискорбием. Медальон найден был за 2 минуты до начала съемки этого кадра. И уже сразу было видно, что он без крышки. Ну что сказать вам, друзья мои. Павел Иванович на этом же раскопе нашел 2-й медальон. Павел Иванович, предъявите, пожалуйста. И этот 2-й медальон оказался тоже без крышки. Что означает, что его команда разминирования вскрыла записку, вынула. А капсула за ненадобностью не закрутила и не забрала. И дерн на нем почти не нарос. Ну что сказать по этому поводу? Некий элемент грусти посетил наши сердца и души. И это не ерничество. В этом неказистом месте лежит боец Красной Армии Яшин Егор Иванович 1921 года. В этом месте, вот тут, рядом с его ногой, вот кость голени, была найдена его ложка вчера. И удалось очистить и прочесть. Яшин Е.И., Чкаловская область, город Соль-Илецк, улица Ленинская, 45. Дата рождения 29 апреля 1921 года. Дата призыва 8 декабря 1940 года. По одному из донесений воин значится пропавшим без вести, причем апрелем 42 года. А по другому донесению от штаба Ленинградского военного округа воин значится найденным при разминировании и опознанным благодаря медальону. И к донесению Ленинградского военного округа оказались приложены 2 бланка медальона Егора Ивановича Яшина. Сейчас мы подымем останки Егора Ивановича. Ну и сделаем все то, что нужно. На данный момент Егор Иванович сейчас находится ближе всех к немецким позициям. То есть во время войны, во время атаки, пока из тех, кого мы нашли, он забежал дальше всех противнику. Смелый был мужик. Ну и патроны, Паша, они не нашли. Я на патроны среагировал. И начал, когда разрывать патроны, попалась кость, а потом и ложка при голени. Просто это войлок. Войлок, валенок, все понятно. Очень может быть, что здесь окажется тоже вскрытая капсула медальона. А то и 2. Как в предыдущем раскопе. Ну как, Егор Иванович? Только бедренные кости были как положено лежали, все остальное, таз, ребра, позвонки, руки, берцовые кости, бедренные кости, все в одной куче. Раскоп Егора Ивановича Яшина почти закончен. Нашли череп его чуть в стороне, чуть-чуть. Грустная, конечно, картина, товарищи, но это реальность. Не придуманная, не приукрашенная, а как есть. У.
Извините. Какой-то у него. Вот его лицо. Целиком весь. Да, молодой парень, 21 года рождения. В момент гибели ему еще 21 года не исполнилось. 20 лет только. А погиб в период с 8 по 12 февраля 42 года. А это что? Остатки зимней шапки. Елочка, нам вымали. Оу, че себе. А помойте ее, попробуйте. Эмалевая, да? Угу. Положи на ладонь. Еще водичку. Плесни немножко, да. Положи на ладонь и крупно поднеси мне, пожалуйста. Так, такая память от Егора Ивановича. Ложка подписана. И звездочка. А также два медальона, которые находятся, оба бланка, в Центральном архиве Министерства обороны. Как объяснить это родственникам, мы не знаем. Я не знаю. Как можно объяснить, что вчера находим ложку, на ней чуть не полная данная бойца, которая... Как оказалось, до номера дома совпадают со сведениями о воине, которые есть в Центральном архиве Министерства обороны, благодаря бойцам, которые разминировали это место в 1952 году. И они нашли медальон при нем. А в нем два бланка. И оба эти бланка приложены к донесению командира 129-го гвардейского стрелкового полка, который разминировал это место. Вот как это объяснить? Они разминировали, да, сняли два медальона. Да, прочитали, приложили к донесению, да. Но боец-то тут. А тут, как вы видите, тайга. Лес. Кромешный, голимый лес. Ну, и как это объяснить? Он что, на мемориале? Нет. Он что, под памятником где-то? Нет. В 90 метрах к югу от него немецкий железобетонный ДОТ. Дорога. С бывшей горы Пушечина на бывшую деревню Лодва. Как это объяснить? Что он тут, а медальон его в архиве. И потом кто-то скажет, что мы придумаем здесь что-то.